Друзья, подписчики и гости канала, всем привет! С вами я, Дима, и канал «Владелец аквариума». И теперь уже неизменный пока что 200-литровый аквариум. Значит, о чем я хотел вам сегодня поведать. Только что вот сделал подмену воды, буквально вот 3 минутки назад. Залил воду, залил удобрения, недельную дозу ермолаевские. Вот, антитоксин. Вот, рыбы сегодня на голодном пайке. У них разгрузочный день по воскресеньям. Если кто-то считает, что это жестоко, скажу вам сразу, это нормально. Ну, как бы рыбы от этого не погибнут. Вот. По состоянию аквариума все отлично, все растет. Вот видите, даже начали там что-то пузырять буцефаландры. Сегодня был, как обычно, на рынке. И вот, смотрите, у меня новое приобретение, это бальбитис. Думал какую-то буцефаландру найти, ну, там все то, что у меня есть, поэтому вот такой бальбитис был куплен. К сожалению, не запомнил я название, какой-то интересный, в общем. Вот, а также с этим бальбитисом, бонусом, шел мох Камерун. Так, сейчас я сфокусирую, вот он, видите? Вот такой вот он. Это мне очень нравится, когда вот идут всякие такие мелочи. Я их потом выращиваю. И также вон там, где Black Venezuela. Вот он, квадратик лавы. Там Рикардия. Ребята, у меня появилась Рикардия. Посмотрим, как она здесь прорастет. В общем, как-то так. Что я придумал? Значит, по своему аквариуму я планирую сделать рубрику, которая будет посвящена, допустим, ну я не знаю, с чего начать. Допустим, о размерах аквариума. Меня часто спрашивают размеры аквариума, толщина стекла. Я могу снять коротенькое видео об этом и добавить YouTube. Вот. Или же посоветуйте мне в комментариях, с чего начать. То есть я планирую сделать серию так видосиков про аквариум, про растения, про живность, про грунт, про свет и так далее. Ну, чтобы все было в подробностях, кому это будет интересно. В общем-то, посоветуйте мне, с чего начать рубрику. Жду от вас комментариев. Вот. На сегодня все. Всем спасибо за внимание. Ставьте ваши лайки, оставляйте ваши комментарии. И до скорых встреч. Пока-пока.